В Одессе продолжаются всевозможные обрушения. На этот раз под натиском времени многолетнего отсутствия ремонта не устоял второй ярус пирса на Монастырском пляже. К счастью, обошлось без пострадавших. Больше подробностей аварии знает мой коллега Ильян Аксенов. Ночью 30 мая на так называемом Поповском пляже, что за 16-й станцией Большого фонтана, обрушился второй этаж двухъярусного пирса. Пострадала та часть, куда больше всего любили приходить одесситы. Благо, во время обрушения здесь никого не было. Теперь обрушившаяся часть свисает над морем, а профильные департаменты мэрии уже нашли подрядчика, которого обязали просчитать смету на проведение противоаварийных работ. Планируется выполнить работы по демонтажу всей конструкции, которая сегодня представляет опасность, и в дальнейшем выполнить мероприятие по приведению траверса в надлежащее техническое состояние. На данном пляже ситуация, в принципе, благоприятна в том плане, что возможно посещение территории пляжной, но в аварийном состоянии находится конструкция траверса, на которой не планируется допуск людей. Весьма кстати пришлось соседство аварийного пирса со спасательной станцией, сотрудники которой, а сейчас их здесь трое, охраняют опасный объект. Нарушители здесь не часто, но если кто-то и проходит, то мы их гоняем. Ну, потому что туда проходить нельзя, это опасно. Сейчас дежурят 3 человека. Дежурим тут круглосуточно. И дежурили здесь и до этого. Больше 2 лет назад пляж оказывался в центре серьезного скандала. Здесь еще тогда не было вот этой спасательной станции. Ее запланировали соорудить, вбивали сваи, люди возмутились. Им показали проект. Оказалось, что это достаточно серьезное здание в несколько этажей. Вот только должного согласования оно не прошло. И оказалось всего лишь частной инициативой тогдашнего руководства городской спасательной службы. Но после вмешательства мэра строительные планы существенно подкорректировали. Сейчас подходы к опасной конструкции ограждены лентами, но на пляже находиться можно. В мэрии уверяют, что поврежденную часть успеют разобрать до начала купального сезона. Ведь на этом пляже летом купаются дети сразу из нескольких лагерей отдыха.